рядом. Простите, вы намокли? I'm a boss and you can't stand it. Мне очень жаль, Алекс, но все кончено. Жопу поднял, место потерял. Ты как будто осиротел. У меня отняли дом и бассейн. Я впервые в жизни без работы. Тебе сколько? 50, 60? Нет, намного меньше. Плохо сохранился. У тебя нет родственников в округе? Решил зайти и проведать племянницу. Племянника, помнишь, я говорила про дядю Алекса, урода и идиота? Да. Это он. Да ладно, все наладится. У нас в доме правило, насвинячил, убирай. Я не знала, что так можно. Нет, так нельзя. Ты сделаешь вот что. Твоя подружка? Ева, она меня даже не замечает. Ты найдешь себе другую женщину. Старше и богаче предыдущей. В твоем возрасте надо бегать на короткие дистанции. Это кто? Бабушка Ева. О, красавица. А дедушка где? Умер в прошлом году. Отличная новость. У меня большой опыт, я помогу тебе. Когда начинаем? Урок первый. Самое главное — это взгляд. Цепляйся взглядом за жертву, цепляйся. Цепляйся, цепляйся. Отцепился? Чему ты учишь моего сына? Последний урок на сегодня. Походка. Расслабь ягодицы и верти обруч. Ага, тяжелый случай. Их тянет на молоденьких. Хоть седину закрась. Гуталин. Он что, обделался? Красавчик со стажем. Мама, дядя Алекс учит меня водить. Всего один кружок по кварталу. В кинотеатрах с 11 июля.